На сайте Пермской городской думы появилась информация о доходах и имуществе депутатов за 2019 год. Самым обеспеченным депутатом Гордумы стал Владимир Плотников. Он задекларировал доход в размере почти 354 миллионов рублей. Для сравнения, в 2018 году депутат заработал 151,5 миллионов рублей. Также в собственности у Владимира Плотникова 8 земельных участков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров, 2 просторных дома, 1/2 доля квартиры в Испании и автомобили – Mercedes-Benz и Rolls-Royce. Ударно в минувшем году поработали и пермские депутаты-строители. Более 55 миллионов рублей задекларировал гендиректор ПЗСП Алексей Демкин, а гендиректор Орса Групп Михаил Бесфамильный – более 51 миллиона рублей. Минимальный же доход среди городских депутатов указал Александр Филиппов. За прошлый год он заработал 124 тысячи рублей. Также отчитались о доходах за 2019 год временно исполняющий обязанности губернатора края и мэр Перми. Дмитрий Махонин заработал почти в два раза меньше, чем Дмитрий Самойлов. В Рио за год заработал 3 миллиона 800 тысяч рублей. В минувшем году он трудился на посту начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России. В собственности у Дмитрия Махонина квартира площадью 124 квадратных метра, в пользовании жилой дом площадью около 100 квадратных метров, земельный участок в 24 сотки и две квартиры около 100 квадратных метров каждая. Глава Перми Дмитрий Самойлов задекларировал за 2019 год доход почти в 7 миллионов рублей. В собственности мэра две квартиры площадью 87 и 335 квадратных метров, автомобиль Jeep Grand Cherokee и Audi Q7.